Почему вы путешествуете с географией? Ну, потому что это безопасно и комфортно. Менеджеры очень любезны. Они стараются найти мне тот тур, который мне нравится. И подходит именно мне, по своему характеру. И даже был такой случай, когда я потеряла паспорт в Турции и думала, что его совсем не найду. А мне пришлось там переезжать в другую гостиницу, но меня полностью сопровождали менеджеры, там, вот эта спецслужба, которая помогает. Мне помогли восстановить паспорт, и я спокойно улетела. То есть спокойно провела в Турции еще 2 дня, не беспокоясь, что со мной что-то случится. Я знала, что я в безопасности. Sip coffee on my couch, what can I do instead? No work, it's only fun, cause it's all okay. Cause you never feel this way. Когда я летаю в географию, у меня всегда хорошая погода.